Глава чеченского отделения правозащитного центра мемориала Аюб Титеев должен выйти на свободу до 21 июня. Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника. В середине марта Титеев был осужден на 4 года за хранение наркотиков в крупном размере. Сам он вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили. Ранее заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер заявила: с самого начала дело против Аюба Титеева было абсолютным скандалом с целью унизить его, наказать за правозащитную деятельность, выдворить мемориал из Чечни и попытаться воспрепятствовать любым репортажам правозащитников из республики. В поддержку Титеева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержался призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения мемориала. Решение об Аюбе Титееве приветствовали в СПЧ, ЕС и руководство Чечни.